Погнали сегодня. Ой, что-то все эти летсплеи, блин, прошлое запортачил. Короче, ладно, я его сейчас рендерю параллельно. Посмотрим, как этот пойдет. Так, с кем я сегодня буду биться? Надо подумать, с кем я буду биться. Учитывая, что самому скучно становится. Так, ну я слэйд, конечно. Так, с кем я буду биться? Ладно, разомнемся на тестаменте. Один или два раундика. Потом, наверное, нагая киски моего вечного противника. Ах ты, говно деревья вырастил прямо перед собой. Ты чё думаешь-то? Блин, что он какой-то блатной, отравил меня еще. 14-кратная комбо, что это вообще не так должно быть. Еще говнокоса эта длинная. Ах ты, сраный череп, убери от меня. Ну нет же. Почему он такой сильный, а? Он же не был таким сильным вроде бы. Тестамент. Половину всего у него отнял, что-то вообще не круто. Блин, я чё пешком застрял в его херне? Такое вообще бывает, это реально? Или чё, или это сон, блин? А, ты своих кусков убери от меня. В приют их сдай. Слышь, он сблокировал мой прострел. Совсем оборзел, Кент. Ох, какой ты Кент. Говно деревья. Да я падать должен же. А не в твои деревья врезаться. Я блокирую. Ну как дерево там выросло? Вот это вот... Это как делается? Я не знаю за тестаменты таких штук. Я знаю, что он может. Я это вижу глазами. Но, блин... Как это делать, когда я за него играю, я не знаю. Блин, да я прострелил его первый. Почему он так делает? Он безбожно силен. Как это еще воспринимать? Ну, один раунд я выиграл у него, ладно, как бы. Ну, фу, вообще. Как жить так? Свои говносети расставил. Нет, только не говносеть. Дважды животного своего вызвал. Зачем ты вызвал его? Нет, говносеть не попадусь. Ага, чё, крут, да? Показываешь свою силу, я тоже так могу. Блин, животного своего выставил опять. Кто так делает, а? Опять животное, блин, два раза, три, сколько он может это сделать? Или это у него такой бесконечный скилл, как у меня обычные мои удары? Совсем охерел тестами. Получил, да? Первый раз за долгое время его уделал. Поздравьте меня. Так. Кайкисти. Кто может быть еще с робокаем? Стиганусь. Посмотрим, как с каем пойдет. Может быть, мне утешение понадобится в виде менее сильных персонажей. Но после тестамента киски какой-то вообще прям божественно сильный. Несмотря на то, что и тестамент вроде не слабый. Киски просто невероятно силен. С его электросаблей. Хайрейнджем долба. Меч с хайрейнджем. Фу, как-то можно, я понимаю, еще косы на цепи. Тьфу, ну на цепи. Но почему у него меч и хайрейндж? Как это вообще воспринимать в плане баланса? У него реально в большую сторону high range. Я его убить мог, но... Ну нет, ну я не заблокировал эту херню его стреляющую. О-о-о! Какая херня. Зато кровушки кискиской попил. Ага, так-то увернулся от твоего одного говноудара. Ага, ты думаешь, крутой такой, да? Держи говна кусок. В плане, он нормальный тип, а я ему говна кусок такой, хоп, сдал.
Говорю, держи говна, кусок вонни. А, нет, не стреляй, нет. А, нет, не, ну не пей меня. Зачем ты стукаешь так больно? Ага. Кит-то говна куснул. Чурка, блин, а! Да почему я его бью и он... А, ну он блокирует, а я нет, почему, ну... Ну, я так близко к победе. Но его гребаные хайрейнджевые удары, они все портят. Запорт... Ну вы видите это? А, да как так? Печаль вообще ужасная. Нет, я ему это не спущу с рук. Кай киски, блин, да я тебя уделывал несчетное количество раз. Это было в несбалансированном, по мнению разработчиков и игроков, релоадиге. В этом я помню, я его тут тоже уделал пару раз. Но это дела давно минувших дней. А сейчас что-то я вообще не могу с ним ничего сделать. Если я делаю его, то один раунд только. Остальные я ему просираю в сухую, просто вообще, как это называется? Ему плевать на мой самый, блин, стрёмный мидрейндж в сторону, блин, клоуз рейнджа. А мне на его хайрейндж почему-то не плевать. Неудачный слэйер персонаж для того, чтобы биться с киски. Ну вы сами видите, я же неплохо бьюсь против остальных. Я, конечно, не профи и большой потенциал персонажа не использую. Но тем не менее. Блин, ну как? Ну вот это как называется, блин, 2 миллиметра и все, блин. Я Тайк Цущиноги, а он... О, здравствует наш священный орден говна, блин. Чё это такое? 9 комбо? Кусок дерьма, он даже мне упасть не дает нормально. Понял, да? Вот почему? Я жму же блок, блок должен быть приоритетнее удара. Я, конечно, удар в это же время жму. Но блок-то главнее. Да фу, он уже исчезнуть должен был, этот шар. Это все ложь. Нафиг тебя, кайкиски. Чтобы я еще раз с тобой бился вообще. Не по чесноку все это. Ну, солом бэтгаем лучше побьюсь. Он какой-то более братан. Киски вообще позорный кент. Еще прикрывается правосудием. Да я же неплохой чувак, чтобы меня гасить-то. Я просто слэйер. Я живу как слэйер. Эй, сол туда же, говна кусок. Че на... Чем ты это мотивируешь, кусок? Какая твоя причина биться против меня? Я свое назову, потому что я пишу летсплей для людей. А ты чё, ты же не пишешь летсплей, говна кусок. Так что просирай мне, хватит биться против меня. Чё думаешь, в одну сторону бил-бил и все, можно бить теперь туда же? Ну хватит, блин, ну... Сол тоже туда же, блин. Я же его гасил много раз. О, удачно, что я не тот удар сделал. Ну почему нет? Ну 4 раза-то куда уже? Ну хватит! Блин, что-то сегодня вообще какой-то позор у меня происходит. Да вы видите, что это за херня? Как это называется вообще? Да ну нафиг, вообще даже не блокировать, ничего не сделать. Говнище. Тут кроме матов ничего нету, поэтому только молчать остается. Еще я сам удивляюсь, как так люди реагируют на игры? Нахер так реагировать на игры? Ну хоть так, блин, чё? Ладно, чё там? С кем-нибудь напоследок стягануть, чтобы хоть совсем не позорно было. С кем я хочу?
Ой, вчера с Бриджит бился, да, вот Санджи давайте. Сейчас буду учить его тому, что такое сражение. Но этому японцу с веерами я точно не спущу. Блин, или спущу, нет? Ну я блокирую же. Только не твои говна верхние атаки, блин. Да ты успокойся, ну! Чё за, блин, тысячи комбов? Блядь. Хоть один удар перед смертью успел ему нанести еще. Блин, верхней атакой своей подосрал мне. Блин, что-то я всем просираю сегодня вообще. Причем в таких ситуациях, когда можно их уделать одним ударом. Блин, да что за фигня? На работе как-то не задалось вообще выручки. Ноль, считай. Что ты думаешь, я два раза не могу, да? Ты тоже, блин, блатной сильно. Ага, вот так-то. Задолбали меня уже потенциально выигравшие люди. Типа, чё, перспективу получил, да? Шатал меня разок. И теперь всё, можно разгульно себя вести. Ой, да что же это такое? Вот это годный прыжок, надо как-то запомнить его. Ну это, конечно, не ровный, ни киски, ни соло. Блин, один удар пропустил, и уже я, блин, в этом, в каком-то говняном положении. Тихо! Ты говоришь, я еще тебе профукаю сейчас, что ли? Как это называют? Сегодня вообще все сраные боги удачи, в которых я не верю, отвернулись от меня. Пауза, блин. Сегодняшний сингалонг это Хайфана Фиат Спина Билл Work It. Погнали! Ira, ira, oshire, oh, hijack.
が無いならないなりに出せばなるし出さねばならぬ早く成果を上げてみなさい花が飾るものは消してくるでこらずおのおの自分の持ち場に使えよ Say all that's on